Бля, на самом деле, ну, типа, рофлы рофлами, как бы, неприятно не было, да, но если нюхать свой пот, это, ну, если пот у вас, короче, если у вас проблем нету с хавкой и так далее, то ваш пот плюс-минус вкусный. Ну, типа, для каждого человека свой пот вкусный, а, типа, чужой не очень. Ну, хотя чужие тоже вкусные бывают, спору нету. Иногда, знаете, иногда вот, когда, блядь, носки поносишь два дня без перерыва, а потом обувь снимаешь, иногда тоже, блядь, запашок такой хороший, качественный. Но иногда вообще тухлятина, кислятина вообще неприятная. Такое бывает. Но тут уже как бы это... Это все индивидуально.